Порошенко вновь выступил с абсурдным заявлением. По его словам, нанесение России авиаударов по позициям боевиков Исламского государства в Сирии является началом Третьей мировой войны. Участие российской авиационной группы в борьбе против террористов Исламского государства – это шаг на пути к Третьей мировой войне. Такое мнение накануне высказал президент Украины Петр Порошенко. Разумение ситуации, насколько зараз... Нужно понимание ситуации, насколько сейчас гораздо опаснее стал мир, чтобы мы все четко понимали, что значит для каждого из нас агрессия Российской Федерации в якобы далекой Сирии. И насколько эти шаги, абсолютно безответственные, приблизили нас к Третьей мировой. Напомним, военно-космические силы России с 30 сентября наносят точные удары по объектам террористов экстремистской группировки «Исламское государство». Российские самолеты уже уничтожили командные пункты боевиков, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.